готовят для нас кофе лувак. Стоит чашка 60 индийских денежек. Вот. А здесь у нас принесли на пробу. Это бесплатно на пробу. Только кофе стоит дорого. Вот она, значит, мешает. Какие-то пирожки принесли. Это наш гид. А это вот кофе. Вот так вот они готовят. Ага. Один, два. Сто. Один, два. Кофе. Кофе. Он тоже делает фотографии. Вот. Вот таким, такой процесс. Принесли какие-то пирожки. Довольно-таки интересная штучка. Сейчас они принесут, наверное, нам стаканчики попробовать. Обещал нас к шаману свозить. Ну, то есть они называют это святым человеком. Ну, в общем, куда они сами ходят, куда он своих детей возит и семью на поправку, туда мы тоже отправимся. А мы едем на горячие источники от Пуламбен, 2 часа езды. And good guy, good guy. Yes, yes, for YouTube. Yeah, for YouTube. Thank you. Я говорю на YouTube помещен, говорит, спасибо. Нанга. Нанга, нанга, Туламбен. Yeah. English speak only. Speak English and Czech language. And Russian. Czech, Czech. Czech? Czechu, Czechu. Вот девушка нам принесла. Сейчас нальет. Give us English. Huh? English. Я вам сейчас чеку, вы что? Папа, Тому, генера, герман. Сказал, что мы из Германии. Откуда, говорит, такие люди? Русья. Ой, цветочки, говорит. We drank this coffee in Malaysia. Oh, yeah? Yeah, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yeah. Still hot. Yeah, okay. Still very hot. Он говорит, очень говорит, горячий. Do you have some milk? Yeah, cream. Ah, да, cream. Okay. Сейчас попробуем. И пирожки, говорит, какие-то. А мне понравился чай из лимона. Ну, в общем, попробуем еще, что есть. With nice flower, you see? Я. Франджипани. Франджипани. Пока очень горячая, не пойму, что за вкус.